компании я работаю уже 10 лет. Начинала я продавцом в торговом зале. Затем уже 6,5 лет я работаю на производстве, в рыбном цехе. Я, в свою очередь, всему научилась именно здесь, благодаря своим прекрасным наставникам. Я научилась отличать все виды рыб. Могу понять, какую рыбу лучше запечь, какую посолить, какую замариновать. Уже сейчас я сама являюсь наставником для молодых работников, которые приходят к нам на производство. Наши компании очень ценят хороших поваров. И мои коллеги стали старшими смены, мастерами, технологами, завпроизводством. Рыбное сырье приходит к нам со всех уголков нашей необъятной страны. Мы ее дефростируем, очищаем, солим, маринуем, коптим. У каждого повара свой функционал. Всего у нас около 20 видов наименования рыб. Я прихожу утром на работу, беру готовую засоленную продукцию из охлажденной камеры и начинаю нарезку кусочками, слайсами. Красиво оформляю в гастроемкость и выкладываю на витрину. За смену повара рыбного цеха перерабатывают от 400 до 500 килограмм рыбного сырья. Процесс обработки, филетирования и приготовления рыбы стерильный. Работаем мы на чистых досках, перчатках. Продукция перемещается в торговый зал в специальных боксах во избежание попадания посторонних предметов. Мы уверены в качестве своей продукции. Мы обеспечиваем продовольственную безопасность нашей страны.